Если ночью ударили заморозки, то утром можно их не только почувствовать, но и увидеть. Обратите внимание малыша на то, какой вдруг стали травинки и опавшие листочки. Это явление называется инеем. Иней – это всего лишь испарение влаги. Влага испаряется и тут же замерзает, превращаясь в колючие кристаллы. Прочитайте малышу красивое стихотворение Андреевой. Инеем покрыты травинки и кусты. Я, кажется, не видел знакомой красоты. Знакомые листочки сейчас не узнаю. И кажется, что в сказке какой-то я стою.